Ямы на дорогах, свалки по обочинам, канавы и груды мусора. На все это жаловались жители города Балахна. Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления Александр Галкин провел выездное совещание для проверки работ коммунальных служб. В совещании участвовали также директор департамента ЖКХ и коммунальных служб Владимир Петрухов и главный инженер департамента Сергей Глазунов. И я подписываю ответ, что все очищено, все убрано. Если здесь было обследование АТИ, почему она эту кучу не увидела, или он, а ту кучу увидели? Чем отличается эта территория? На улице Дзержинского руководитель муниципалитета, например, указал на состояние дорог и тротуаров, которые уже давно нуждаются в ремонте. А улица Кузнецкая встретила участников проверки несанкционированными свалками и заброшенным домом. Спиленные, неубранные ветки на улице Энгельса и канава на Новокольцевой также не остались без внимания. Я должен сказать, впечатление не очень хорошее. Почему? Объясню. Подрядчики, которые у нас работают, они работают из года в год и знают Балахну хорошо, но, к сожалению, обязанности свои выполняют некачественно. Поэтому я дал поручение проверять более тщательно выполнение работ, претензии предъявлять административно-технической инспекции, при выявлении нарушений составлять протоколы и наказывать штрафами. Все указания мы занесем сейчас в реестр. Соответственно, все, что указал глава, действительно, все замечания, они объективные. То есть мы конкретно, значит, разберемся. Соответственно, все работы будут выполнены. Все нарушения и замечания запланировано исправить в ближайшие сроки. За работой подрядчиков теперь будут следить тщательнее. Подобные объезды в Балахне будут проводиться регулярно, а в случае повторных несоответствий им будут вынесены штрафы. Дмитрий Власов, Юлия Гусенкова, Время новостей.